Новая церковь, которую накануне создали в Киеве на так называемом объединительном соборе к Церкви Христовой, отношения не имеет. Из двух раскольнических течений создали одно, и больше ничего не поменялось. Это вот официальная позиция Украинской православной церкви. А вот как создание автокефалии, которую Петр Порошенко накануне почему-то назвал автофекалией, прокомментировали в РПЦ. Насколько можно судить по всем действиям и заявлениям, которые были сделаны в последнее время, в этой новой структуре будет один вариант на экспорт, а другой вариант для внутреннего пользования. Экспортный вариант предполагает, что это будет автокефальная церковь, признанная Константинополем, которая будет возглавляться митрополитом. И этим митрополитом избран ученик Филарета Денисенко, 39-летний Епифаний. Что же касается варианта для внутреннего пользования, то в этой так называемой церкви останется так называемый патриарх, и это будет тот же самый Филарет Денисенко, который будет носить патриарший куколь и будет иметь какой-то особый статус главы этой церкви или почетного патриарха или что-то в этом роде. Таким образом, налицо сейчас двойная игра и двойной стандарт. Филарет Денисенко фактически остается руководителем этой структуры, но для внешнего мира найден другой человек, который будет как бы возглавлять эту как бы автокефальную церковь.